Ну, встречайте. Миша, да. Хотя мне пойдет. Да. Человек, без которого во Дворце культуры города Артема не зажигается ни одна лампочка, не работают светильники и не горят софиты. У него ключи от всех дверей. И только он один знает схему расположения коммуникаций, канализационных стоков, водопроводной сети, пожарных гидрантов, подвальных люков и чердачных помещений. Анатолий Симоненко. В коллективе его уважительно величают Григоричем. Сам же он себя называет скромно. Слесарь. Электрик по ремонту оборудования. Такая сейчас у него должность. В 1961 году электрик шахты «Приморская» был направлен на работу во Дворец культуры угольщиков. Сразу я принял в штат порядке 50 человек. Уборщиц было где-то 19. Кочегары 8 человек. Гардеробщицы, в том числе летом парк, теплица. Все аттракционы. Его продвигали по профсоюзной линии и по партийной. Люди постарше знают, что это очень ответственная должность, требующая большой самоотдачи. В то время, когда ДКУ был филиалом ДВГУ, числился главным энергетиком. Именно тогда, учитывая заслуги и трудовой стаж, коллектив университета выдвинул кандидатуру Анатолия Григорьевича на получение звания почетного гражданина города Артема. Собственно, не только на почет, но на это, почетный знак города Артема, а на почетного гражданина. Но меня не хватило там одного балла. И мне дали знак. Вот он у меня. Почетный знак города Артема. У Анатолия Григорьевича много заслуженных наград, знаков и почетных грамот. И хранит он их не на полках и стеллажах, как все честолюбивые люди, а в обычном пакете среди старых инструментов и деталей. Здесь же в отдельной папке вырезки из разных газет за многие годы. Ну вы доставайте. Не, пощупай, пощупай. Ну да, тяжелые. Доставайте. Это все разное. Памятный адрес. Живая легенда Артема. Ну так оно и есть на самом деле. Я с армии, когда пришел, ходил сюда во дворец на танцы. А с женой здесь познакомились? Да, с женой познакомился здесь на танцах. О семье говорить не любит. Слишком нелегко складывалась личная жизнь. От этого, наверное, и провел большую часть времени на работе. Он и сейчас приходит раньше всех, осматривает помещение, сверяет показания счетчиков, проверяет противопожарную безопасность. Где-то около 60 пожарных кранов по дворцу. Понимаешь, краны? Куда рукава подсоединяются. Вот это лебедка подъема противопожарного занавеса. А противопожарная занавес находится там, наверху. Вот, сейчас он это поднят открыто. А когда пожар, на сцене пожар, да, вдруг, значит, срочно опускается пожарный занавес, отделяет зрительный зал от сцены, чтобы люди зрительного зала уходили. Это только часть ежедневных дел в рабочем графике Анатолия Григорьевича. Есть еще масса других обязанностей, которые требуют его присутствия и исполнения. Но он не просто числится в штате, он действительно работает. Это тот человек, который видит не себя во Дворце культуры, а Дворец культуры в себе. Он приходит самый первый во дворец и уходит самый последний. Знает каждый уголочек, каждый винтик, каждый болтик, каждый закуточек. То есть дворец – это как его детище. Я пришла сюда вот в 73-м, завал был с кином. Завал. Два кинозала, синий-розовый, большой, парк, седьмая шахта, дом культуры, еще плюс кинопередвижки. Помните, были по Артему? Вот, и это все крутилось и вертелось. Ну, замечательный человек, замечательный мужчина. Вообще бесподобный. Любую тему разрулит. Я его люблю. И эта любовь взаимна.
и к людям, и к стенам. Ключевое слово в этой связке – неравнодушие. В прошлом году в главном учреждении культуры города был сделан капитальный ремонт. Но кое-что по-хозяйски осталось незавершенным. И это кое-что находится под зорким контролем слесаря-электрика Симоненко. Это уже когда все поделают, тогда еще теперь добавят вон отопление. Что сейчас делать? Что, зачем сейчас мазать, если еще долбить все будет? Вот когда сделают отопление, тогда надо делать, наводить марафет во дворце. Ну, в принципе, фойе, оно всегда было таким уютным и светлым. С самого первого дня, с открытия дворца. С открытия дворца уже очень много поменялось светильников. Раньше здесь висело 6 люстр при входе. А дальше там шарики были. Потом поменяли на люминесцентные светильники. Антон Григорьевич, ну вот честно скажите, на пенсию не собираетесь? Ну как? Как ноги не будут ходить, так сяду уже пенсионером. Или скажут, я уже говорил, что хватит тебе дед уже, так сказать, быть во дворце. Ну, судя по вашему внешнему виду и бодрости духа, на пенсии вам еще рано. Ну, это уже, может, как сказать, обстановка, как здоровье будет. Вот. Все зависит от состояния здоровья. Пока в плане на пенсию не собираюсь окончательно, но в жизни все бывает. Дворцу культуры города Артема 65 лет. Анатолию Григорьевичу Симоненко 87. 58 из них они прожили вместе. Все эти годы Григорьевич был главным хранителем уникального памятника архитектуры. Он и сейчас им остается и будет впредь, пока здоровье позволяет. Могут быть единым целым. Люди и стены. Это мы точно знаем.